Номер лота 0323. Ducati Monster 696. Вот такой вот красавчик Monster. Кто хочет быстро и красиво кататься, очень зачетный вариант. Неплохие оценочки. Пробег 11942 километра. Контрольный осмотр перед упаковкой. Покрышечка, небольшие порепины имеются. Протектор на 3 с плюсом. Тормозные диски в отличнейшем состоянии. Без намека на износ. Колодочки процентов, наверное, 35 в остатке. 40. Вилка. Зеркало в отличном состоянии. Пыльники, сальники целые. Тормоза Brembo. Армированные шланги, 4-поршневые тормоза. Очень хорошо его будут останавливать, поэтому быстро разгоняться и хорошо останавливаться, это он умеет. Заднее сиденье закрыто крышкой. Само сиденье целое. Тормозной диск задний также в отличном состоянии. Колодочки процентов 70 в остатке. Покрышка 3 с плюсом. Выхлоп не обгоревший. Все в очень неплохом состоянии. В бодрейшем. Брутальный черный цвет. Цепь не вытянутая. В самом начале звезда без замены. Цепь обслуженная. Следов падения ни с правой стороны, ни с левой нет. Аморт без следов ржавчины. Выхлоп в отличнейшем состоянии. Итак, пробег. Мод завелся, отлично работает. Упаковываем и готовим к отправке.